Криптовалюта Эфириум преодолела психологические барьеры. Стоимость Эфириума на прошлой неделе, 4 января, перешла отметку в $1000 и продолжает расти. Рыночная капитализация криптовалюты превысила $100 миллиардов, а объемы суточных торгов в понедельник составили почти $8 миллиардов. По данным CoinMarketCap, лидером по торговым объемам на данный момент является биржа Binance, где наиболее активно торгуется пара Эфириум-Биткоин. Также активно заключаются сделки на Edfinex, Bitfinex и OKX.